Ein kamoch ava Elohim Adonai, vein kemasecha, malchut hamalchut kol olamim, umemshaltecha bechol dor vador, Adonai melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed, Adonai Oz Leamo Iten, Adonai Evarek, Et Amo Vashalom. Amen. ויהי בנשוא אהרן, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך, מפניך, כי מציון תצא תורה. Ki mitzion tetze Torah Udvar Adonai Mi-Yerushalayim Baruch Shenatan Torah Baruch Shenatan Torah Le'amo Yisrael Бигдушато. Амен. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תשבו בבקשה. Присаживайтесь, пожалуйста. Бо не втах сефер берешит, перекихатесре, венікра мі, пасуки хат, а тейше. Давайте откроємо книгу Бытие, 11 глава, і зачитаємо з 1 по 9 стихи. Берешит і хатесре, мі і хат, а тейше. Ваяхи коль гаарет цафа ехат у дворим ахадим. Ваяхи беносам мікедем, ваімцеу віка беерет шінар, ваяшву шам. ויאמרו איש אל רעהו, הבה נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר.
ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, ויאמר אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ואתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו, ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר, על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ, ומשם הפיצם אדוני על פני כל הארץ. אמן. אמן. אנחנו גם נקרא ברוסית, также зачитаем на русском. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Аминь. Аминь. Шаббат шалом ликулам. Шаббат шалом всем. Кола парашат шаву никра Ноах. Вся парашат шаву называется Ноах. Ханусе шалану айом за сибат Бабель. И сегодняшняя тема – причина Вавилона. Анахну истакел айом мефо Бабель эгия. Мы посмотрим сегодня, откуда появилась Откуда появился Вавилон? ומה הסיבה של בבל בתוך חיים של בן אדם? И по какой причине есть этот Вавилон в жизни человека? מילה בבל היא מילה שרושי של מילה לבלבל או בלבול. Слово בבель – это корень от слова לבלבל, то есть путать. או בלבול. Или же бильбуль, путаница. כי אנחנו רואים שאלוהים נתן להם שפות אחרות כדי שהם לא יבנו את המגדל. Потому что мы видим, что Господь дал им разные языки, чтобы они не построили башню. אז כדי להבין למה יש בלבול בחיים של בן אדם היום, для того, чтобы понять, почему в жизни человека есть путаница, אנחנו צריכים להבין מי התחיל, מי בנה את הבבל ובשביל מה. Мы должны понять, кто построил Вавилонскую башню и для чего. Мы прочтем 10 главу с 8 по 10 стих, 10 глава Бытие, с 8 по 10. Хуш родил также Немрода, сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорил, и говорится, сильный зверолов, как Немрод пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Халне в земле Сенаар. Аминь. Аминь. А за нахну роим, что он бана это Бабель. И мы видим, что он построил Вавилон. А нахну роим, что у гам аят саят хазак. Мы видим, что он также был сильный охотник. В Мидраш умер, что бадхала, что у аят саир, у аят мевиет курбанот ле Элоим. И Мидраш говорит, что будучи молодым, он приносил жертвы Богу. Авал шеура, что у ломи кабель это маспик кавот ме Элоим. Но когда он увидел, что он не получает достаточно почета от Бога, достаточно славы от Бога, то он начал получать эту славу от людей, от мира. По той причине, что он был сильным охотником. Также Мидраш говорит, что Немрод стал самым сильным идолопоклонником. אגב, השם שלו, המשמעות של שם שלו, נמרד, זה ישיר, למשמעות של שם מרד, למרוד. И слово נמרוד обозначает, прямое обозначение слова מרד, בונט. הוא מרד נגד אלוהים. Он бунтовал против Бога. וכשאנחנו חושבים על מרד, זה לא תמיד בא ברש, בדברים כבדים, בהתחלה. И когда мы думаем о бунте, то это не сразу
приходит громко, шумно. Зематхил, к моше по анахну роим, им Нимрод. Это начинается, как мы видим здесь, с Нимродом. Уйфсик лявета курбанот, фимидраш. Он просто по мидрашу перестал приносить жертвы Богу. Мизе матхил это мерет. Из этого начинается бунт. Шебенадам омер ле Элоим, шани яфсик лаво леха. Когда человек говорит Богу, я перестаю приходить к тебе. Шебенадам омер, ше аширут леха зе квар ло нотен ле шум сипук. Когда человек говорит, что служение тебе меня уже не удовлетворяет. Это уже не так интересно мне. Потому что я не получаю ту славу, которую я хочу получить. И вместо того, чтобы быть охотником для Бога, по Божьим вещам, אנשים עוזבים ומתחילים להיות ציידים עבור עולם הזה, עבור דברים בעולם הזה. То люди уходят и становятся охотниками за вещами мира сего. וזה ממש דומה להרבה אנשים היום שהם פשוט נעלבים כמו נמרות ועוזבים. Это очень похоже на многих людей на сегодняшние дни, которые просто обижаются и как Нимрод уходят. אבל גם אומרים שהוא לא רק עזב, הוא התחיל לחמם את אנשים נגד אלוהים. Но написано, что он не только оставил Бога, но он также начал подстрекать других людей против Бога. כדי לא להרגיש רע שהוא לבד, чтобы не чувствовать плохо, что он сам, הוא הפנה את אנשים נגד אלוהים כדי לבנות את המגדל בבל הזה. Он направлял людей от Бога для того, чтобы построить эту башню. Мигдаль аля шамаим. Башню до небес. Кидей леохиях, ше бен адам яхол леистадер бле Элоим, у яхол леасиг эта рамот бле Элоим. Для того, чтобы доказать, что человек может справиться без Бога, он может достигнуть величины без Бога. Хаварим, везе мерет шель бен адам айом. Зе мерет шель бен адам айом. Друзья, это есть современный бунт для человека. Шебенадам бунет ахаим шело. Когда человек строит свою жизнь. Уми насели асиг эта рамот. Он пытается достигнуть величия. Высот. Уми насели асиг эта ошер. Он пытается достигнуть богатства. Ошер. И счастье. Бли Элоим. Без Бога. Бекухот шело. Своими собственными силами. Веше Нимрод матхил лимлох бахаим шелха. И когда Нимрод начинает царствовать в твоей жизни, כתוצאה, как результат, אנחנו רואים, קורים דברים, כמו שקרו עם אנשים פה. Как результат мы видим, что происходят вещи, которые происходили с людьми. Бабильбуль. Здесь. Приходит путаница. И аванот баот. Непонятие. Балаган. Беспорядок. Шверат яхасим в אנשים מתחילים לעזוב אחד את השני. Разрушаются отношения и люди начинают оставлять друг друга. שימו לב שאנשים מתגרשים אחד משני, מה הם אומרים? אנחנו לא הבנו אחד את השני. Заметьте, что когда люди разводятся, когда пары разводятся, они иногда говорят, мы перестали понимать друг друга. זה לא מזכיר לכם משהו? Это не говорит о чем-то? זה לא דומה למשהו? Это не похоже. הם לא מבינים אחד את השני, למה? Они не понимают друг друга, почему? כי הגיע מרד, потому что пришел бунт, נגד אלוהים, против Бога, נגד לשרת את האדון, против служения Богу, הבנות שאני יכול להסתדר בלי אלוהים בעצמי, понятие, что я могу справиться без Бога, ולא רק להסתדר, и не только справиться, שאני יכול להצליח, я могу приобрести успех, עד השמיים, до небес, אבל מה קרה? Но что случилось? הם לא סיימו את המגדל. Они не завершили строение башни. אנשים מתחילים לבנות בעצמם. Люди начинают строить сами по себе. И поверьте, без Бога они никогда не завершают это строение. Они просто начинают не понимать. Потому что каждый ищет своего. И они оставляют друг друга. Они ломают отношения и рассеиваются, как написано здесь. Рабаним гам корим ле Бабель байт шел Нимрод. Раввины также называют Вавилон дом Нимрода. Маньян, а кешер азе. Очень интересна эта связь. Им бабай шелха амерет ишлот. Если в твоем амерет доме негед Элоим будет царствовать бунт, бунт против Бога, негед кила, негед шерут, против общины, против служения, а бабай шелха и емале им бильбуль
ואי-הבנות. То дом твой будет полон с непонятиями и спутаниями. Говорим, что Элоим ишмор отану мямеред азе, мябильбул азе. Друзья, пусть Господь нас благословит и сохранит нас от этого бунта, от этой путаницы. Чтобы мы хранили наши семьи и наши отношения. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Давайте встанем на наши ноги. Барух ата Адонай, Элохейну мелех ха-олам, ашер натан лану торат эмет, вехаей олам ната бетохейну. Барух ата Адонай, נותן התורה. אמן. אמן. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. אמן. עץ חיים כי Лама хазиким ба, ветом хеа меушар, драхеа дархей нахам, вехолети ватеа шалом. Аминь.